понедельник утром состоялось прощание с Анастасией Кулинич, погибшей в ночном пожаре в лагере «Виктория». Церемония прошла на улице Столбовой, у дома, где жила девочка. Провести в последний путь Настю пришли десятки людей, соседи, друзья и одноклассники. Свои соболезнования родным лично выразили депутаты горсовета и мэр Геннадий Труханов. У всех в памяти Настя останется веселой, энергичной и талантливой девочкой. Она очень умница, она вообще такая девочка была у нас золотая, умница. Танцевала, пела, вышивала, бабушку любила, как приходила к бабушке, постоянно цветочки приносила, с днем рождения ее поздравляла. Очень умная девочка была. Дуже хорошая была. Это наша и воспитанная. Родственница, воспитанная, дуже девочка хорошая. Хорошая. Умная. С целью пресечь возможные провокации для охраны порядка на месте находились усиленные наряды полиции. Похоронят Настю в селе Троицком Беляевского района. 26 декабря ей исполнилось бы 10 лет.